Ну все, на этом наше путешествие подходит к концу. Мы выселяемся. Такси уже ждет. Едем в аэропорт. Прикольно, но в камере на табло вообще, видать, совпадает это. Время, да. Частота мерцания LED-экрана и частота кадров, поэтому вообще черный экран. Но на самом деле на нем написано, что у нас регистрация в секторе С. Ну вот, мы уже в аэропорту. Доехали, дорога заняла 1.5 часа. По стоимости это было 1300 бат. И мы идем на регистрацию. Мы решили упаковать багаж. А он спит. Будем будить. Hello? I need pack my bag. Пошла упаковка. Стоимость упаковки 200 бат. Любой размер чемодана. Большой, маленький. Или картонка для шляпы. Без разницы. В Новосибирске это стоит, по-моему, 600 рублей, да? Тут дешевле. Ну вот, мы уже начинаем с Димой потихоньку одеваться, потому что в аэропорту достаточно свежо, да? Ну да. Ну я так вообще уже в шубе. Ну все, я все-таки сниму, что у нас вот такое количество багажа и еще вот. Движемся к буковке С. Мы решили купить все фрукты. Ну, в Новосибирске, оказывается, не продаются манго, поэтому решили здесь взять 30 килограмм. Не знаю, будет ли видно на камере, но стоят статуи, у каждой статуи надета масочка на лицо. Ну, а мы тем временем продвигаемся на регистрацию. В Бангкоке в масках даже статуи. Ну а мы ждем регистрации. Все, билеты в бизнес-лонж ждали. Карта есть. Едем проходить границу. Сейчас секьюрити прошли. Вывернули наизнанку все батарейки. Свыше 30 тысяч. Миллиампер батарейки провозить нельзя, поэтому надо смотреть все пауэрбанки, батарейки от камеры, телефоны и все прочее, не больше 30 тысяч. Ну все, мы границу прошли, поэтому мы уже, можно сказать, за границей Таиланда, но еще и не в России. Прям duty free. Вот так вот выглядит duty free, и они работают, хотя Вера где-то вычислила, что они с 7 утра. И расстраивалась даже немного. Но оказывается, они не с 7 утра. Они вообще работают. Ну мы, наверное, может пойдем в бизнес-лонж кинем мытье и пошопимся. А может и сразу пошопимся. Да, но он тут какой-то нет. Актуальный курс в аэропорту.
Короче, купить можно за 30, а продать за 33. Так, ну что нам надо? Да только свет в окошко. Так, ну это нам не надо. Это нам не надо. О, пойдем. Мы видим манго. И мы, значит, из обычного отдела и зашли в... Лучшего, иди, правда, правда. А, так он у тебя в рюкзаке. Ходим, смотрим. Пока. Ну сейчас, короче, посмотрим. Но если Волгари ничего не будет, то купим тебе. На что? Подарки куплены. Там-там-там. Цены озвучивать не будем. Бесценно. Ну, можно и так сказать. Все. Газуем в лонж. Есть, обмывать. Окончание поездки и покупки. Вперед. Народу много. Мне кажется, все немножко грустные, кто едет домой. А мы с Димкой идем пить винишко. Чтобы сильно не грустить. Хоть деньги у нас чуть есть. Том Форда, к сожалению, не было. То, что я хотела купить. А бренда, который я тоже думала купить, ее тоже не было, к сожалению. Поэтому косметика нам не нужна. Все, Миракл. Мы пошли за чудесами. А, билеты. А, оп. Все, что тут у нас? Блин, мы в прошлый раз в другом были. Да. Ну ладно, у нас уже времени нет. Да я покажу. Давай. У нас представлено, да? Ага, представлено. Так, сосиски куриные, куриная колбаса, жареные яйца, овощи, жареный рис с овощами и суп, как Димка любит. Да. Рисовый, да, вот с чесноком. Сделай салат сам. Ананас, арбуз. Дрессинг французский, соя, нету тысячи островов, сэндвичи с колбасой, сэндвичи с сыром, чипсы, крекеры, арахис, выпечка. О, мороженое я буду. Mm-hmm. Напитки прохладительные, бутылку вина мы возьмем и крепкий алкоголь. Стартуем. Я вам скажу, я на новосибирский бизнес-лонж ругался, но очень скромно, прям вот так вот скромненько сидим. Ну зато тут алкоголь бесплатный. Но вообще, конечно, такой скудненький лонж. Прям. Сосиски да рис. Ну ладно. Давай выпьем. За хороший отпуск. Ну все. Бутылку Бармателлы убрали. Пошли купим орешков. Ну и семочек, и в путь. Да я уронила. Бывает. После бутылки-то вина. Не только сумку можно уронить. За полчаса. Мари. Иди вон, дьютифри. Наверное, нет. Ну вот есть семечки. Как наши, у бабушкины. Соленые. И здесь уже пощелкнули. А как они называются? Бабушка. Это сезам. Сезам? Да. А это не сезам. А это вот тоже, пожалуйста, орешки. Пистачки. Рубль. А громадный. Вот такие мы ели на басике. Поэтому. А? Ну все, мы купили орешков. Теперь в самолете будет время что щелкать. Угу. Ах, мы мало потратили. Бабла осталось немерено. Да. Деньги есть. Оставим на следующий раз. Ну, получается, что так. Я иду, а я на месте. Как на беговой дорожке. Да, да. Дим, ну все, у тебя
ходить по траволатору. Вот что это. Алкоголь с людьми творит. А? Вот что алкоголь, говорю, с людьми творит. Ага. На месте ходить начинает по траволатору. Спускаться надо или куда там что? А, ну вон наши самолеты аэрофлотовские стоит. Вижу хвост с российским флагом. Все, мы идем с Димкой на посадку. Давай. Разы. Давай. Разы. Чемодан поехали лестницу. Здесь так громко. Так, всем туда, нам сюда. У нас отдельный вход. И так шумит колеса чемодана. Как будто мы уже взлетаем. Как херовый мопед. Здрасте. Мы все-таки летим рядом. Все-таки рядом. Надежды мои не оправдались. Нет. И мы полетим рядом. Да. Все-таки рядом. Ну все, блин. Ну, в кабине. А как наша русская здравствуйте? Просто греет сердце. А то вокруг одно саводикап. Да. Ну ладно. Я смотрела на девушек еще так с надеждой. Думаю, ну что, по-русски скажем? Ну вот оно, здравствуйте, здравствуйте. Здесь экраны, скоро раздадут наушники и будем смотреть карантин. Этого не планировалось в кадре. Заправки в Абакане не будет. Наушники для мультимедиа. Возможно, пригодятся в полете, чтобы не слышать оператора. Чего, у меня такая морда красная, блядь? У меня какая-то аллергия на алкоголь опять. А? Аллергия на алкоголь, что ли? Что ты делаешь? Набору тапочек. Тапочки в полете, это очень хорошо. Но только после полета потом сложно надеть ботинки, потому что ноги отекают. Сейчас мы заканчиваем предполет и подготовку. Вскоре будем готовы к вылету. Надеюсь, вам понравится пора с нами. 7:20 лететь. Тапки брендированные. Аэрофлот. Жалко носить. Приветствую вас на борту нашего самолета Boeing 737, который нес имя выдающегося писателя Николая Рескова. Встретим нашу компанию для вашей безопасности и комфорта. Я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Мы благодарим наших постоянных клиентов, участников программы «Аэрофлот Бонус» за выбор авиакомпании группы «Аэрофлот». Рада сообщить вам, что сегодняшняя британская авиация отмечает свое столетие. Благодарим за внимание. Улетали, когда рекомендую оставлять ремень застегнутым и доступным для визуального контроля в течение своего полета. We recommend that you keep seatbelt fastened and visible during the entire flight.
Наш полет будет проходить над водным пространством. На случай вынужденной посадки на воду, на борту самолета имеются плавательные средства. Our route will pass over the water. For the event of duty, there are flotation devices on board the aircraft. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем кресла или в нижней части центрального подлокотника. The life vest is located under the seat or at the base of the central armrest. По команде экипажа достаньте жилет из упаковки и наденьте через голову. When directed by the crew, take the life vest out of the package and pull it over your head. Оберните тесьму вокруг талии, застегните и туго затяните. Adjust the strap around the waist, fasten it and tighten. Надуйте жилет у выхода из самолета, дернув за красные ручки. Just before leaving the aircraft, pull down the red decks to inflate the life vest. Регулируйте наполнение жилета клапанами. Regulate air pressure in the vest by the tubes. Лампочка в воде включается автоматически. This light illuminates in water automatically. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate the life vest inside the cabin. Более подробная информация представлена в инструкции по безопасности, размещенной в кармане, которая находится перед вами или сбоку от вас. Не имеет значения, когда хочется есть. Минорки, да? А как вот эти называются? Корзиночки. Тарталетка. Тарталетки, это да. У Димки вот такие панкейки с вареньем, лепестками миндаля и кленовым, наверное, сиропом. А у меня каша овсяная на кокосовом молоке, тоже с лепестками миндаля обжаренными и тоже каким-то джемом. Приятного аппетита! Мы решили, что масло будет не на бутерброд, а кашу маслом не испортишь. Выложить его и верить в кашу. Ну, надо помочь подковырнуть. Димкино масло, моя каша, идеальная парочка. Кленовый сироп. Ну, еще
Берем эту корзиночку с икрой. Икра похожа тобика. По-русски летучая рыба. А по-нашенски это вообще херобора. А виски как? С висками все хорошо? Чивос не 18, конечно, летний, но 12-летний. Тоже нормально. Вот так проходит у нас перелет. Ну, хотя бы есть чем заняться. Кроме, конечно, вот этого волшебного напитка. Сегодня видео достаточно короткое, потому что проспали кучу дорог. Спим, как сурки. Thank you.
выпали задать, заполнить какие-то документы, типа, давай. Ну, это, типа, блядь, паспорт чешешь, не чешешь, там. Были ли контакты с проститутками, там, в массажку ходили, не ходили. А если ходили, то каким маслом мазались? Фигу прилет только в Дубае, но оказывается, ну, тебе сидит теперь по прилету. Да, тоже есть. Вот он. Парфюмерия, водка, когнак и вино. И виски. А, виски. Ну, вот она. Бесконечная очередь получения багажа. Фрукты, Демку уже забрал. Тут наш рюкзачок, наш чемодан. И сейчас вызовем такси и поедем домой. И пусть Толмачёва, Новосибирск, всего две ленты, зато они поют. Как сотни китов, которые просят о помощи. О, все, наш чемодан. Ну вот, в общем, ждем ответа от водителей. В трех минутах написано 6 машин. А, все, снимать нельзя. Ну а, вот, все. Азы. Наконец-то мы тут. Зачем лепят приорити вот это все на багаж, если она нихера не приорити, а едет как и ехал. Да ладно, а? Нормально. Ну, ну, тем не менее, зачем? Приехал. Да. Слава богу, доехала, и да. То спасибо. Ну. Все вроде бы целенькое. Ну. Ох, мороз и солнце. Наконец-то мы в Новосибирске. Все, и двигаем домой. Этот полет закончился, слава богу. Удачно. Хотя включали, даже это было, что турбулентность, но мы ее не почувствовали. Нет, не было. Погода в Новосибирске суперская, 19 градусов, светит солнце. Красота.